года, вес 70 килограмм. Уруш пришел к нам пару месяцев назад в зал тренироваться. Он большой молодец, у него уже очень большой багаж, опыт. Он очень сильный, очень мощный, хорошо борется, хорошо бьет. У него очень мало слабых сторон, мало. То есть мы просто помогли ему подвести форму, подготовить организм, как бы набрать немножечко физики, дыхалки и все. У него багаж был свой уже очень большой. Поэтому как бы хорошо настроили, хорошо подготовили, и все, он вышел, сделал. Я был уверен в его победе на 100%. Когда боец голоден, у него это видно в глазах, и нет какого-то тумана и непонятных действий. Да. В тренировках такой же голодный, как и в бою, и он очень прям мне импонирует как боец, он действительно добьется очень больших успехов. Хотелось бы тебя еще раз поздравить. Круто. Шокинг Ньюс, первый клуб, Дмитрий Сосновский. Чемпион. Все.